Какие первые впечатления от матча, первые поражения в РПЛ, по эмоциям? Entonces, las primeras emociones después del partido, la primera derrota en el campeonato, las emociones. Bueno, creo que hoy no hicimos un buen partido. Tenemos que ser autocríticos, pero seguimos en la pelea. Estamos ahí, vamos a seguir trabajando. Да, мне кажется, что сегодня мы провели не очень хороший матч, но мы, конечно, должны относиться к этому с собственной критикой, с собственной адрес, поэтому ну, ничего страшного, мы продолжаем бороться и продолжаем идти вперед. А что самый худший матч Краснодара? Супер партида Краснодара эта темпора. No sé, perdimos. Ahora no vamos a buscar culpables. Peor partido que si fuéramos ganado hubiera sido el mejor. Perdimos, tenemos que corregir y ya está. Да, не знаю, проиграли и сейчас нельзя говорить, что это лучше или какой-то еще. Если бы выиграли, то он был бы, наверное, лучше. И поэтому сейчас нам не нужно искать виновных, продолжать также работать. А знали ли результат матча «Зенит» Крылья Советов перед игрой? Entonces, si se viera el a nosotros nos importa nuestro trabajo. Hoy nos vamos decepcionados a casa porque las cosas no se dieron, pero tenemos una semana importante para finalizar bien en casa. Да, нас волнует только наша работа, и сейчас мы уходим расстроенные домой, потому что сегодня у нас не вышло, но в следующей неделе мы будем также усиленно готовиться, чтобы хорошо закончить этот год. Сегодня защита Сакрана очень хорошо выглядит. Можно поговорить, потому что все эти наборы просто выиграли. Entonces también impidieron casi todos los jugadores Túnez, la defensa del rival, tuvieron bastantes duelos y todo eso, y casi ellos lo habían ganado todo. Se puede decir que así que... Y las faltas, que no le quitaron bien. Ну, мне кажется, что действительно так было, и те фолы, которые нарушения, которые не просвистели, не дали что с ними. У нас есть вопрос по судейству? Интересно, поделишься algo sobre lo de Plata? Tú lo ves. Cada partido lo ves. Вы это видите в каждом матче. Что вы имеете в виду? Что мы видим? Что на Джонни не дает несколько, ну, подряд, ну, несколько фолов или что? ¿Qué pueden ver en cada partido? ¿Que no están empezando las faltas que están cometiendo hacia ti? Si vean el partido otra vez y analicen todo lo que tienen que analizar. Cuando me cogen, cuando no me pitan cada jugada de falta, que se me montan encima y dicen que sí. Pero no, no son excusas. Hoy perdimos, no jugamos bien. Tenemos que corregir y vamos a seguir para adelante. Да, ну, там можете пересмотреть некоторые моменты и проанализировать, в принципе, игры, потому что когда там держат, когда забираются сверху, когда не свистят в некоторых моментах, но, естественно, это не может быть каким-либо оправданием. Сейчас нам нужно также продолжать работать и продолжать дальше. Какие перспективы на чемпионство? Все равно «Зенит» оступился тоже. И думают об этом команде. Y también entonces si después de la derrota del Sevilla si siguen pensando en ganar el campeonato y seguir en primera posición. ¿Por qué no? No, ¿por qué no podemos tener campeón? Для вас матч против Спартака был принципиальным, учитывая, что вы могли туда перейти в недавнее время? Y también en este partido contra el Sparta que acaban de terminar, entonces fue algo de relacionado con tus principios porque podían haberte fichado. Soy jugador de Krasnodar, siempre he dicho, no quiero hablar de Esparta, ahora mi presente es Krasnodar, hoy nos ganaron, ya está, nosotros le ganamos en su casa, y eso es de fútbol, a veces se gana, a veces se pierde, a veces se juega bien, a veces se juega mal, y hoy pasó eso. Да, я всегда говорил, то, что я игрок Краснодара, мне не волнует, и я не буду говорить о Спартаке. Сейчас мое настоящее проходит именно в этом клубе, поэтому ну, такие вещи могут происходить в футболе, и иногда получается хорошо, иногда плохо. В принципе, это является также частью игры. Джон, вы давали интервью, в котором сказали, то, что это не Спартак отказался от вас, а вы от Спартака. Если сейчас зимой или в будущем опять выйти снова, окажется Спартака?
Inter saliste una vez más, me dijiste que no fue el Spartak que rechazó la propuesta o no aceptó ficharte, fuiste tú que lo rechazaste. Y si llega la misma propuesta el viernes, ¿lo harías de la misma manera? Estoy feliz en Krasnodar, mi actual equipo es Krasnodar. Y voy a dar 100% de Krasnodar, Esparta, lo que haya por ahí, que se rumoree, no me interesa, estoy 100% concentrado en Krasnodar. Я сейчас в Краснодаре, мы сейчас, нынешний клуб это Краснодар, я буду отдаваться ему полностью, поэтому то, что происходит с другими командами, не буду об этом говорить, и, как я это сказал уже, 100% сфокусирован на Краснодаре. Спасибо.